Всем привет! Мы все знаем, как Дембеле хейтили. Все прям, кому не лень, то он часто травмируется, то он не в форме, то он не хочет играть, то он хочет уйти, то он вообще не приходит на тренировку, то он опаздывает на тренировку. Но, как время показало, Дембеле вернулся, и тренер Барселоны Хави сравнил Венгера Усмана Дембеле с Неймаром во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов между Барсой и президентом Виктории. Он счастлив, Усман получает удовольствие и чувствует радость, а это важно и для меня, и для команды. Он делает разницу, ассистирует партнерам и забивает. У него хороший период. Я не хочу бросаться словами, но Дембеле играет один в один на уровне лучшего Неймара. Усману нужно играть чуть более дерзко, чаще бить поворотом и забивать голы. Усман хороший парень, ему нужно извлекать пользу из этих характеристик. Он здесь, чтобы делать разницу, и он ее делает. Да, правильно говорите, Хави. Как видите, в последнее время Дембеле стал играть очень хорошо, брать игру на себя. Да, Венгер Усман Дембеле записал на свой счет гол и 3 результатных паса в поединке, да. Кстати, когда вчера играл с Баварой, Дембеле реально потерялся. Ну, там все игроки реально не смогли показать свой уровень, да. 25-летний футболист открыл счет в матче уже на 12 минут, а в течение следующих 10 минут ассистировал Серхио Роберто и Роберто Левандовски. Во втором тайме Барселона ограничился лишь один гол, и в нем же не обошлось без участия Дембеле. Француз отдал голевую передачу, вышедшим на замену Феррану Торресу. По данным опта, поучаствовал во всех 4 голах синих гранатов, Вингер провел свой самый результативный матч с момента перехода в 2017 году. Да. Ему надо брать игру на себя, вот, понимаете? В общей сложности в активе Усмана Дембеле 165 игр в составе каталонского гранда. Так, что вы скажете про Дембеле? Напишите комментарии, ставьте лайк, благодарю за просмотр.